Дети из творческих кружков Дома культуры «Элита» нередко бывают в этом храме, и такое событие они не могли пропустить. Воскресная школа для детей в Троице-Георгиевском храме ждет всех желающих каждый выходный. Там ребят собираются обучать основам православной культуры и раскрывать в них творческие способности. Одно из отличий программы то, что ребята будут обучаться и английскому языку. У нас преподаватель воскресной школы прекрасно знает английский язык. Преподаватели воскресной школы еще знают музыку с музыкальным и английским уклоном, вот такая группа воскресной школы. На мой взгляд, как раньше были дома пионеров, и наши дети имели какой-то творческий потенциал, так и сегодня это очень важно, чтобы дети в душе своей имели какое-то огромное чувство теплого добра. После небольшого пилотного урока, который провели специально для участников кружка, ребята сделали свой подарок, рассказали заранее приготовленные стихи. И детишки нам сказали, будем пиццу. Стихи не единственный подарок от ребят. Еще небольшая выставка своих работ, которые они сделали на занятиях в кружках. На этом сотрудничество Дома культуры «Элита» и Троице-Георгиевского женского монастыря не окончится. Мы теперь чаще будем привозить свои работы, обмен опытом, так сказать, обмен талантами. Мы свои работы, они свои работы у нас в «Элите» могут выставляться. Так что мы очень рады такому тесному сотрудничеству с матушкой Анастасией. Служители храма часто приглашают ребят с Бытхи на большие праздники. Пригласили их и сегодня, на все последующие. А воскресная школа с этого дня будет принимать всех желающих. Занятия будут проходить каждую неделю в субботу и в воскресенье. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».